Привет всем! Начало сборки. Вот мы уже закрепили наши плите. Сверху сейчас еще установим защитный тент. Двери с двух сторон. Здесь у нас тент натянут, защитный. Если его расстегнуть, то мы увидим место для обуви перед входом в палатку. Такие у нас двери, шатры, с двух сторон. Также на палатке находятся форточки. Каждая из них оснащена москитной сеткой. Вам никто туда не залетит. Для того, чтобы окошечки были всегда открыты, даже в дождь, у них есть вот такая вот подставочка на липучечке. С этой стороны у нас также вход в шатер. Палатка двухсторонняя. Если сильный ветер, палатку можно закрепить дополнительно. Также в солнечную погоду можете спокойно его убрать. На резиночке удобный замочек. Итак, шторочки открыты. Вход в палатку. Москитная сетка и также дверь из материала палатки. Два замка. Дверь также можно собрать. Я ее со стороны палатки зафиксировала. Палатка продувается насквозь.